Приветствую вас, я прочитал ваш текст, к сожалению, небольшой текст, вот, к сожалению, вы как-то вот не раскрыли свои проблемы более полно, да, то есть, понятно, что синдром, но из-за чего? Возникает данная проблема, как давно она у вас появилась, почему она у вас вообще появилась, да, вот это вот вы не раскрываете. Хотя момент очень важный и вроде бы напрямую вас касающийся. Ситуация заключается в следующем, на мой взгляд. Значит, синдром вот тревожного, ну, ожидания, да, возникает тогда, как правило, когда у человека очень сильная мотивация, завязана на сексе. Вот. То есть это прям вот очень сильная мотивация. То есть секс возводится в степень чуть ли не вот, знаете, чуть ли не такой прям вот, ну, первостепенной важности. Вот. Я бы так это назвал, по крайней мере. И, соответственно, тут, конечно, возникают сразу трудности, тут, конечно, возникают сразу проблемы, тут, конечно, возникают сразу какие-то моменты, потому что от секса слишком много в вашей жизни зависит. Ну, это очевидно, очевидно, я полагаю. Вот. То есть, слишком много зависит. Слишком много... на карту поставлено, да, вот, и поскольку секс это такая, знаете, больше-то естественная история, да, вот, то есть поскольку секс это то, что происходит естественно, то, что происходит само по себе, да, то, что, в общем-то, ну, то, что вообще не требует каких-то вот ресурсов, да, не требует какого-то специального такого, знаете, внимание к себе, как правило, ну зачастую, вот, именно по этой причине, вероятно, именно по этой причине, вероятно, ага, у вас и возникает основная трудность. Эта основная трудность заключается в том, что секс у вас не протекает естественным образом, секс у вас протекает скорее образом неестественным, что в том смысле, что вы пытаетесь как-то процессом, я так полагаю, управлять. Вот, то есть вы пытаетесь ну, как-то вот корректировать этот момент. Вот, ну и, соответственно, ничего из этого у вас, к сожалению, не получается. Вот.
То есть не получается этот процесс контролировать. Вот. Соответственно, одна из основных задач заключается в том, чтобы помочь вам сделать этот процесс естественным. Вот. То есть, чтобы снизить мотивацию. Здесь и тревожность возможная, возможно, у вас есть тревожность. Здесь есть, возможно, и неуверенность в себе, в собственных силах и так далее. Вариантов масса. Вариантов масса. И все варианты, в принципе, в той или иной степени могут вам подходить. Но основной момент заключается в том, что секс – это удовольствие, в первую очередь, секс – это удовольствие, это ни в коем случае не что-то такое, что как-то вас характеризует, не что-то такое, через что вы пытаетесь самого себя реализовать, допустим, вот, и именно в этом ключе, именно в этом ключе. Мне кажется, нужно исследовать данное ваше отношение к собственно сексу. Вот. Немаловажную роль здесь играет и девушка, ваши отношения с девушкой. Вот. Потому что, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что если отношения с девушкой у вас не совсем, скажем так, доверительные, если отношения с девушкой у вас не совсем, скажем так, открытые, да, не совсем откровенные, вот, то, конечно же, могут быть проблемы, могут и будут проблемы. Поэтому, в частности, это вопрос еще и в том числе того, как вы выстраиваете отношения с девушками, как вы выстраиваете отношения своим партнером, может быть, своим партнером, да, вот, и, соответственно, на каких основах вы выстраиваете, какой фундамент, вот, значит, такой вот момент. То есть, как бы, синдром тревожного ожидания неудачи, он редко, когда бывает, вот именно, знаете, прямо аутентичным. Он редко, когда бывает аутентичным. Он часто бывает следствием ряда проблем, вот, которые могут быть у, допустим, у вас, да, он, это следствие ряда трудностей, вот, понимаете, и мне кажется, что, вот, исследовать данный аспект, наша первостепенная задача.
Ну, наша с вами, первостепенная задача, вот, если мы хотим вам помочь, конечно, да. Вот примерно, так я бы ответил вам на ваш вопрос, который вы задаете. Примерно так. Думаю ли я о том, что вы не хотите обращаться за помощью к специалистам, да, ну потому что просто по сути пишете, что нужна помощь. Ну да, я думаю, что вы боитесь, у вас опять же здесь есть такая какая-то, вот знаете, тревожность по этому поводу, что не получится, что что вы не сможете, что там, ну, может быть, стеснение, что-то еще, вот. Что, да, это, как говорят, это тоже, безусловно, может быть, вот. Но, по большому счету, это все не так важно, опять же, если вы хотите, к примеру, свою проблему все-таки решить. Вот. А уйдет она не сразу, так это работа с вашими эмоциями, с вашими чувствами, с вашим отношением, что важно, к вам самому, вот, то есть это все определенная работа. Поэтому настраивайтесь именно на нее, именно на работу настраивайтесь, вот, с психологом по данному направлению. И я уверен, что мы сможем вам обязательно помочь. Вот. Я думаю, что так. Я думаю, что такой можно дать вам ответ на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Значит, желаю вам всего самого доброго и удачи.